Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшная SCP! Ребятки, всем здорова, с вами по-прежнему Верфоуня Бобби и Той, и добро пожаловать в увлекательнейшую игрушку под названием Гаррис Мод! Всем привет, дорогие друзья! Здорово, чуваки! Привет, братанчики! Ну что ж, ребят, мы попали в страшную лабораторию ужасов! Нас поймал опасный Патрик в свои владения и сказал: если вы хотите выбраться и остаться в живых, вам предстоит пройти смертельные ловушки, различные испытания и всевозможные челленджи. У него своя лаборатория смерти, друзья! Мы с пацанами играем за SCP, я SCP-096 Скромник, Бобис у нас, монстр Тревора Хендерсона, мультяшный пес. Ну, а Ренат у нас сиреноголовый. Страшный маньячок, страшный Патрик. У нас сегодня Андрюха. Он будет нас мучить своими испытаниями, своими ловушками. Поэтому, ребятки, ставьте лайк, если не успели поставить за 3 секунды. Вторая попытка. Заранее вам огромное спасибо. Мы надеемся, видосик вам понравится. Ну и мы, парни, начинаем. Ну что, ребятки, демон Патрик уже на позиции. Ну и нам с парнями надо пройти все эти ловушечки. Побежали, чё? Опа! Ренатик, ну побежали мы с Бобисом. А ты да... Давай, удачи. Давай. Так, короче, Ренат, здесь ломается, запомнил? Я, да, в принципе, запомнил. Ты, главное, запомнил. Да, слушай, а ты знаешь как? Вот встань ровно, Ренат. Стою. Не, вот туда ровно встань. Да нет, я тебе правда говорю. Нормально будет. Во-во, все. Я хотел... потроллить тебя, но ты сам дотроллился. Так, Бобис, погнали дальше, тут ловушки. Давай, давай. О, ты там кентик вон справа. Это кто? Патрик! Пападос. Мой зомби сейчас покушает. Капец, Патрик, блин, ты офигевший. Ну да-да-да. Ну шо, попал в ловушку, нуба. Слышь ты, демон Патрик, сам ты нуб, и ловушки твои нубские. Мы придем, позовем демона Губку Боба, и он тебя убьет. Понял? Не-а, он не Бобис в ловушке, Бобис в ловушке, нуба. Бобиса сейчас съедят, да? Все, Бобиса съели, быстрее, Бобис. Ой, давай, побежали, да, побежали. Сиреноголовый. А тебе чё? Просто повезло. Я не успел, Ни Бобис, ни Ренат, никто не может успеть. Да как? Какой диван? Мой зомби накушался. Давай, вон, Патрик, иди сюда. Давай, давай, иди, иди, не бойся, не бойся. Опа. Ой, хорош. У него тут охрана стоит. Обманули Патрика на 4 кулака. Ай! Опа, один в воду, а другой вперед. А другой в помойку. Это правда. А чё, может этого надо бахнуть, не, чтобы пройти? Ну давай, баха, я пошел. Бахай, бахай. Опа, а я же говорю, работает система. Тихо, тихо, тихо. Сиреноголового надо подождать. Давай, сиреноголовый. Вот сейчас, смотри. Давай, давай, ходи, ходи, давай. А ты прыгай просто, и все, он уже сверху. Да, да, да. Ренат. Чё, прыгать надо? Да, разбегись и прыгни. Проскочил. Нифига повезло. Погнали. А чё, блин? Нечего стоять. Опа, Бобис, нечего стоять. О, парни. Был. Аттракцион. Парни. Ох, нифига себе. Меня крутит. Ой. Слышишь, Патрик? Опа. А ты, ты посмотри на скромника в глаза, если смелый. Посмотри, посмотри. Я смотрю. Это последнее, что ты увидишь в своей жизни, понял? Да, 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 давай, удачи. Ну ты прыгай будешь-то, нет? Нифига. Да я не могу прыгнуть, ты крутишь ее. Закружила. А у меня голова, меня тошнит. Ё-моё. Остановилась, давай быстрее, пацаны. Пацаны. Да блин, Диман. А что я? Да я из-за тебя не перепрыгнул. Нет, ты не перепрыгнул, потому что ты сиреноголовый. И что? Ну и все. А сиреноголовый мой брат, кстати, дружище. Да, ага. Давай, ждем, 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 ждем сирену. Раз, раз. Все, Бобис, Бобис, дальше ты первый бежишь. Давай, псина. А где? Давай, проверяй, где ловушка. Не, ну в смысле, мультяшный песик. Опа. О, тут нет ловушки-то. А, есть. Полетел. Давай, Ренат, пошел. Че, я прыгаю, давай? Давай, давай. Ой, блин! Опа. А как Бобис сдох? А, там еще. Нужно по балочке. Капец. Ой, Бобис, дурачок. Давай, Бобис, мы тебя ждем. Давай, братан. А Бобис, че вы так стали? Что, как? А мы тебя ждем. Мы тебя ждем. Починилась дорожка, представляешь? О, Бобис, починилась, иди. Да с разгона давай перепрыгивай. Не понял. О, блин, косюк. Он что, левитирует, что ли? А здесь по какой стороне надо бежать? Мне кажется, его нужно прикончить, парни. Тут лестница, тут лестница была. А тут нет лестницы. Вот она лестница. Вот это у нас, друзья, Патрик дикий. Быстрее. Кто дикий? Я дикий? Самый дикий, это факт. Погнали, парни. Нормально.
А еще погавкать можно? А давай, может, ты пройдешь? Ну давайте, вы будете. Ну все, погнали! Воу-воу-воу, блин! Пошел! Я не успел! Что это за зоопарк, блин? Все, ладно, я прошел. Давайте, скромник, как всегда, самый сильный и смелый. Парни, я вас жду быстрее. Бонус. Что это? Мне везет просто. Бонус помочку. Давай, Ренатик, побежал. Давай. Хорош. Есть. Хорош. Ну ладно. Где у нас? Вот он. Ну шо, Бобис, давай. Давай, братан, давай. Собрался. Патрик, а там Спанч Боб сзади. Погавкай на удачу. Где Спанч Боб? А вот Спанч Боб, реально, там Спанч Боб. Бежим быстрее. Стой. Дальше, давай, дальше. Понятно, все ясно, все с вами понятно. Так, ну что там, Бобис перепрыгнул, а мы не можем. А что там? А, тут палка. Да куда ты летел? Палку давай, я на пиках. Посмотрите, я на заборе вишу, парни, снимите меня. О, братан, я пахом на заборе. О, вот это жестко. Это было больно. Так, парни, вы меня там ждете? Нет. Мы с ними смотрим на развлечения. Ну давайте, смотрите. Братан, мне кажется, они предатели. Импостеры стояли. Куда? Дай пройду, блин. Дай пройду. Давай, иди. Да вообще на изи. Тут вправую. Направо. Тут справа, Ренат. Да, справа? Я прошел в центр, теперь правая работает только. На туре? Да. Да, давай, давай, иди. Окей. Не понял. Чё? А тут левая. Окей. Чуть-чуть мимо. Получается, если я по всем правым пройду, то я про... Да, именно так. А как это работает, Патрик? А вот так. Так, ладно, короче, попытка номер два. Да как? Я думал, ты поменял сейчас. Нет, скромник, я не поменял. Ну давай, все, оп, ага. Ну чё, скромно, да! Ой, молодец, почти. Ну ты крысюк. Ну давай, давай, оп, а. Все. Ой, красавчик. Додумался? С первого раза, парни. Ну дальше давай проходи. Там, видели, что-то пропало. Не, мы не видели. Опа, я Бобиса поднакакал, по-моему. Да. А, она сама, Ренат, прыгает. Ой, импостер, ну давай, проходи. А здесь, смотрите, ребят, какие-то автоматические установки. Это надо, чтобы сиреноголовый первый шел. Он же у нас из железа, он их остановит. Вот сейчас один раз показываю, смотрим. Давай, давай. Да. Давай. Сейчас на первый упадет. Не понял. Ой, нифига. Бобис, а это что у нас, какой-то профессионал в команде? Мэджик. Ну давай, Бобис, теперь я. Давайте, теперь спортсмены, быстрее. Давай, Бобис, теперь ты. Ну давайте. Давай, Бобис. Ой, собаку сбили, ребят. Пропала собака. Собака пропала. Да. Замечательный был аттракцион. Ну что, давай дальше тогда, Ренат, потихоньку, пока там Бобис. А хотя, погоди, давайте посмотрим. Давай еще раз посмотрим. А, пришел. А как, Ренат? Ой, его как занесло. А меня как вообще? Ренат, ты как там в воде, нормально? Я не знаю. Ё-моё, корабль. А Патрик, а как ты вообще на воздухе? Ты же должен быть на дне океана. А мы и так на дне океана. Вы просто это не знаете. А, понятно. Давай еще что расскажешь. Пойдем, Бобис. Пойдем. Сейчас обманем. О, там мусор нифига летит. Нифига себе мусор. Нифига себе, это мусор контейнерный. Это ты. Там ты еще мусор. Боб. Быстро прыгаем. Давай. Прошли мусор. Ренат, пацаны. Быстро. Так, парни, давайте дальше. По бочкам, Ренат. По маленьким листочкам. Давай, Ренат, по бочкам. А, точно по бочкам? Да, точно. Да. Да, а нет? По-моему, не по бочкам. По бочкам. Ну чё, я пойду, пожалуй, покупаюсь в бассейне. О! Не понял. Ренат, братан, как водичка? Горячая, я бы сказал. Электрическая. Ага, электрическая. А ну смотри, Бобис, смотришь? Ну-ка. Я сейчас щучка рыбкой. Давай. Ой! А как ты там вылетел, да, братан? Я просто за пределы стратосферы, парни. Это щучка. Сразу в Марс, на космос. Так, парень, давайте я теперь попробую пройти эту штучку. Давай, пошел. А как там правильно? С разбегу, да, вот так вот? Да. Почти с разбега. А давай на неожиданно. Все, на неожиданно. Хорошо! Нет! Оставили в дураках этого Патрика. Бобис, быстрее, давай дальше идем. Вы потеряли Бобиса, вы дураки, понятно? Опа, я тебя обманул, что нажал, а? А что, а ничего. А что это? А что это такое, парни, это воздух какой-то? Да, это пушки. Работает, парни! Можете прыгать, не убьет. Точно не убьет? Да, не убьет. Вау, жив. Парни! Бобис, ты куда? Я же улетел! Все здесь, быстрее! Нет! О! Алло, ты не пройдешь! Бобис, ты лакер!
Ага. Ну-ка, Ренат, пошел, что там узнай. А я боюсь, слушай. А кто боится? Тут нужно трубочку взять. А если Бобби с погавкой, то точно пробегу. Ау-ау-ау-ау. Давай, погнал. Опа. Почти. Добро. Давай, давай. Че встал? Сейчас ляжешь. Предатель. А здесь что надо делать? А тут надо пройти. А, тут надо вот так. Ну да-да-да. О-о-о. Нифига себе, в тесаки. Так, короче, вы поняли, как прыгать? Ренат, смотри, тут надо вот так. Да-да. Я даже не включал ловушку, если что. Понятно. О, понятно. Пацаны, да, вы профессионалы. Ну что, Бови, идем? Ну погнали, а кто первый? Стойте, у вас треноголовый не прыгал. А, точно? О, Ренат, ну-ка пошел. Я стою на готове, жду. Давай. Ну, иди. Хорош. Почти. Опа, о, ничего. На одной ноге. Ля-ля, пошел. Куда разобрался? Стоять. А как там прыгать, блин, было? Давайте, парни, лайфхаком, как я, сбоку. А ну-ка. Пошел. Давай, Бобби, с первой. Опа. Ай, почти подскользнулся. Ага, почти. Опа. Опа-на. Опа, опа. Есть. Опа! Давление, да карта! Голуби, а как? А там о-о-о. Как вообще прыгать, блин? Так, ладно, парни, я жду, когда вы пройдете. Давай, жди. Опа, так, Бобис, теперь там прыгай. Ай, блин. Бобис. Ай, она сейчас так сжиматься начнет. Ой. Я прошел, так, Бобис, а теперь только с этой стороны. Нет, там стекло. С левой? Вот только отсюда, да. Давай, я давай, два давай. Раза резал. Все, Бобис, жди меня. Жду. Жди всех. Давай. Давай, жди. Давай, жди. Ждем Рената. Давай, Ренат, опа. Ой, молодцы. А что ты, тут? Ё-моё, что происходит? А там голуби смерти. Селёдка, блин. Это пушки голубиные, чайки. А, это птицы. Это чайки. Все, парни, теперь мы точно знаем. Бобис пошел. Давай, раз, три. Опа, очки. Ой-ой-ой. Опа. Давай. Пошел, а Бобби. Слева или справа? Да, на, там с собой. Стекло, если что. Я в курсе, спасибо. Тихо, Бобби, не мешайся. Ну давай, давай. Опа. Опа, ой, есть. Хорош. Давай, Ренатик. Опа. Пипец. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть. А вы все, парни, а пропрыгали? А нам тут девочка помахала, да? Давайте, давайте, я к вам. Она тут так радуется, кстати. Да. Да, братан, нормально. Так, ладно, парни, я еще раз к вам. Ничего давай, себе, давай. Ты что, попрыгунчик, что ли, а? О! О! Ой, о! Смотри, девочка радуется. Погнали его убивать! Да! Парни! Ё-моё! Это где мы? Я не знаю. Чё-то какое-то вообще странное место. Так, ладно, погнали ловить этого Патрика. Мы же прошли все погнали. Ловушки. Погнали его зафигарим, блин. Чё это за место? О! Опа! О, вы думали, что все? А это только начало. Блин, ребята, тут еще целая лаборатория ловушек. Ё-моё! Да, я постарался. Да, короче, ребят, чтобы мы это прошли, походу вам нужно будет поставить всем лайк, иначе нам сил не хватит, верно, парни? Натуре. Вообще не хватит. Ну все, ребят, ставьте лайк, а мы пошли преодолевать его ловушки. О, пронесло. Пронесло. Иди. Там все четыре, парни, там мины. Да я не успел. Минус два, дабл килл. А как? Хорош, Патрик. Каком? Вот импостер Бибис. Ну давай, Бобис, теперь за это иди первый. Так в смысле я? А кто? Иди давай. Ну ладно. О, хорош, Бобис. Повезло. Давай дальше. А тут что такое? Ой, тут бочки стреляют. Бочки, ну-ка. Бочки? Бочка, колбаса, 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 колбаса по пояс голову. Куда? Давай, опа. А что там, бочки? Проходи. А он еще и взорвать ее хочет? Ага. Опа. Быстрее, парни, быстрее, пролазьте. Давай. У вас ничего не выйдет. Нифига себе, а тут-то что? А тут вообще куда? А как там? Тут, наверное, левитировать можно. А тут видеокарта сбоку, смотрите. Смотри, вот туда надо. А! Спасибо, Ренат. Почти. Ой, парни, в воде. Да, он должен выставить свои эти штуки. Да. А что не выставляет? Мама! А как? А как тогда, Ренат? Давай ты, может, прыгнешь, попробуй. Так, о, смотри. Опа, парни, давайте. Ренат, бежим. Ренат, я прошел. Опа, я тоже прошел. Хорош, давай, что тут у нас? Спасибо, что подперли. В смысле? Там он Патрик. Че, Патрик не успевает? Мужики, стреляйте по ним. По кому? По кому? А! Там сверху снайперы! Давайте, быстрее. Там снайперы. Проходи. Бобис, мы тебя ждем. Давай, мы снайперов сейчас отвлечем. Опа, я тут, мужики. Быстрее, пробегай. Давай, лови гранатку. О! Бойся, кидаю гранату. Тут гранаты смерти. Лови, напои. Прыгаем быстрее, парни. Бежим. Вы не дойдете. Наверх.
О, вот он! Вот он! Вот и все! Мужики! На, поешь! Гаси его! Тебе, гаси его, парни! Туда его! Ладного Патрика! Ну что ж, ребят, мы справились с этой напакостью. Спасибо вам, то, что лайки поставили. Все, парни, мы выбрались из этих демона Патрика ловушек всяких. Патрик-демон, поверже! Я вернусь! Ты не вернешься! Вернусь! Нет! Да. Нет! Нет! Нет. Нет. Ну что ж, ребятки, вот такой вот великолепный видосик у нас получился. Мы с пацанами надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на все наши каналы. Ссылочки на каналы пациков будут в описании. Смотрите их видосики и стримы. Не забывайте про лайки, про колокольчики, про положительные комментарии. Ну а с вами сегодня были Овер, Фоня, Бобби и Той. Огромное всем спасибо за просмотр. Удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Адьё, чуваки. Пока, братанчики.